мой способ значит, установки шпонки на вал, чтобы шкив не проворачивался. То есть заранее я просверлил отверстие, как мы видим, там двойное отверстие провернулся маленько. Ну ничего страшного, это не проблема здесь. Получился прорез. Значит, одеваю шкив, совмещаю с отверстием, так, и значит, беру обломок сверла, просто обломок сверла, значит, я его вставляю, направляю и заколачиваю. Вот, все, значит, на месте. Желательно, значит, он, чтобы он был, подпирался шайбой сверху, крепежный. Вот, и закручиваем шайбу болтом. Вот, сейчас крючком подтяну. Вот. Поправочку. Вот. То есть затягиваю. Все. И шпонка, значит, подтянута. Шкив, значит, к валу подтянут. Все. Ни шкив не провернется, болтаться не будет. То есть для мелких конструкций такой способ годится как легкий, чтобы сделать шпоночку. Для больших конструкций, конечно, для больших нагрузок этот способ не пойдет. Конечно, можно сделать там 3-4 косых засверливания и обломок сверла. Он сам металл хороший, как говорится, это никуда не денется. Ну вот, кому нравится, применять способ. Хороший, легкий и простой. Всего доброго. До свидания.